Всем привет! Сегодня на моем канале стартует ванап за геройскую карточку Грея, который стал в чемпионшипе лучшим бомбардиром по итогам сезона и получил эту карточку. Ну, правило всем известно, то что забивает гол, одно меняем голевую передачу, меняем победу, меняем, и пусть будет еще за лучшего игрока, тоже меняем. То есть в сумме там, ну, если он один гол, одну голевую, ну, короче, пятерых, там, четверых можем поменять. Но это в лучшем случае. Будем играть в кубках, а не в дивах, потому что у меня как бы второй див, и не хочется там терять очки или еще что-то. И Рональдо, Месси, Нойер на воротах. Просто замечательно. Это то, что надо для наших бронзовых. Причем даже я не подбирал их, это какие-то рандомные чуваки. И поэтому, ну, будет очень трудно. Ну, надо хотя бы 2-1 забить, будет нормально. Вот. Походу, короче, будет каждый удар в наши ворота — это гол. Ладно, посмотрим. Может, он какой-то нуб, который задонатил. Так, ну-ка. Ох, как отлично. Ну, отбейтесь, отбейсь! Вынеси. Да ладно. Так. Ну, тут что-то он как-то... Ну-ка, давай, Беннет. Беги. Дриблинг. Которого нет. Грей! Ай-яй-яй. Ну, так нормально было. Хоп. Еще. Да что ж ты стоишь на месте? Где реакция? Где? Где реакция? Вот сейчас, походу, назревает гол. О, блин. Ну, что, собственно, требовалось доказать. Один удар, один гол. Какой-то Модрич. Походу, второй гол. Ну, да. Два удара, два гола. Стандартно. Ну-ка, Грей, давай, покажи, что ты можешь. Походу, затолкают. А! Пенальти? Что? Как он нарушил? Он бежал с мячом, и у него подошли, врезались. И он типа нарушил? Нормально. Спасибо, РФ. Ну, походу, третий гол. Потому что никого нет. Провал полный. 3-0. Капец, просто. Рибери даже забивает уже. Ну, ладно. Надо собраться. Пошел. Ну, откройся. Бен, давай. Ты когда-то в карьере развивался, до 90, я помню. Давай. О. А, читаются, читаются. Оп. Грант, молодец. Парнишка в Эвертоне. Ну-ка. Давай! Да ладно. Как он вытащил это? Господи. Такой отскок. Мы уже должны были менять одного игрока. Ну-ка, еще раз. Да ладно. Нойер все берет. Просто все. Ну-ка, давай. Надо на пустые, что ли, делать, чтобы он, блин, забил этому Нойеру. О! Но. Нойер вышел. Давай, Грей! Да! Одного мы меняем. Мне кажется, надо кого-то в центре, потому что там вообще 48 рейтинга. Вот он, Грей. С каким-то нам... Бам. Браслетиком. Я, кстати, такое даже не видел в карьере, что можно делать. Ну, в общем, там, короче, четвертый он забил, и больше ничего не было по моменту. Так. Оп. Кеннеди. Новый игрок. Что-то сколько ему лет? Тридцатка. Джейсон Кеннеди. Об этом сделать потом капитан. Второй соперник на сегодня. Нормально. Опять Рональдо и Игуаин 90. Кто? Юрист? Ну, Юрист дырка, поэтому... Не такой, как Нойер, надеюсь, будет, который там тащил каждый удар. Бах, телефон уронил. Оп. Так, первая же атака у нашего рота. Нормально. Судьи просто сегодня на нашей стороне, видимо, все. Чтоб мы вообще по минимуму забивали. Влево, вправо. А! Почему он так с задержкой прыгнул? Ну, короче, вот сейчас, если мы сможем поменять игрока, то это должен быть вратарь. Давай. Кеннеди. Легенда. Почти легенда. Ну, еще один залетает какой-то. Ну, это хотя бы не удар, просто повороты. Оп, Кеннеди. Кто? Ого. Это кто у нас такой? Блин, я же не помню, кто это такой у нас. Ну, это левый нападающий наш. Без понятия, кто это положил.
О, Грей, давай! Ну, я же говорил, с дыркой. Надо, главное, побить. Ну все, еще до меня. Это будет вратарь, 100% вратарь, потому что это донный. Просто он настолько донный. У него каждый удар в него летит, он не может его отбить. Так, финты, финты. Вот что это? Что это? Он выходит, бросается в ноги без рук. Как он собирается мяч ловить? Ну, походу, это четвертый. Вот! Мяч летит прямо в него, он падает, что мяч над ним пролетает. Это что за голкиперы? Новая система была. Но на этом матче мы закончим, и как-то за один выпуск двоих игроков менять это плоховато. Сейчас поставим что нового голкипера, Дэниелс. У него грустное лицо, прям как сейчас у меня. Дадим контракт, и на этом все. Всем пока.